Еще важная тема в плане давления на сотрудников, как не перегнуть палку. Бывает такое, что большинство менеджеров, не говорю, что все, но есть большинство, которые такие вялые импотенты, они ничего не хотят, не развиваются, просто вот менеджер работает по-своему, ему комфортно. Вопрос, как тогда не перегнуть палку с давлением. В самом деле, как бы не было парадоксально, когда вы давите на сотрудника, можно перегнуть палку, и тогда он может даже уволиться, либо вы его там жестко запрессуете каким-то образом. Но тогда вы никогда не научитесь соблюдать вот эту грань. То есть вы вроде до нее доходите, но нужно понять, где эта грань, и вы можете перегнуть палку, и сотрудник может уволиться. То есть это, к сожалению, звучит так, но это нормально. То есть если вы будете бояться допустить ошибку, вы никогда не будете развиваться. Поэтому по-любому нужно будет 1-2 такие сделать неудачные попытки, хотя да, это человеческие ресурсы и так далее, но уважительно, да, перегибать. Поэтому, чтобы перегнуть палку, надо ее перегнуть. Тогда вы научитесь и, собственно, будете хорошим менеджером.